5 напитков для улучшения памяти. Существует множество способов повысить работоспособность мозга, однако не все из них безопасны для здоровья. Для того, чтобы начать утро и провести день бодрыми, стоит обратить внимание на полезные напитки, которые улучшают память и помогают сосредоточиться на важных делах. Повысить работоспособность мозга и улучшить усвоение информации помогают ноотропы – специальные вещества природного или искусственного происхождения. Эксперты рекомендуют отложить лекарственные препараты и заменить их природными компонентами. Благодаря приготовлению напитков из природного сырья удастся без труда прийти в форму, не забывать важных мелочей и с легкостью преодолевать лень, сонливость и желание отложить работу на неизвестный срок. Итак, давайте узнаем, какие напитки помогут улучшить вашу память. Кофе. Речь идет не о растворимом напитке, а именно о зерновом варианте. Свежемолотые зерна кофе содержат большое количество полезных веществ, в том числе хлорогеновую кислоту, благотворно влияющую на работу мозга. Кофе лучше всего пить с утра после завтрака, чтобы не раздражать стенки желудка, и отказаться от напитка ближе к вечеру, чтобы исключить бессонницу. Кофеин помогает сосредоточиться на работе, длительное время концентрировать внимание и оставаться активными на протяжении всего дня. Кроме того, кофе повышает энергетику, что важно для защиты от негатива. Зеленый чай. Качественные чайные листы содержат L-теанин, который помогает снимать стресс, легче переносить неприятные ситуации, улучшает память и внимание. Зеленый чай тонизирует, но при этом не нагружает нервную систему, действуя мягко. Его эффект накопительный, поэтому регулярное заваривание зеленого чая поможет не только улучшить память и работу мозга, но и избавиться от бессонницы и тревожности. Чайный гриб. Еще один полезный и питательный напиток, который станет находкой для людей, которым нужна хорошая память. Чайный гриб влияет не только на работу мозга, но и улучшает пищеварение за счет полезных бактерий, пробиотиков, которые попадают в кишечный тракт. Регулярное употребление этого природного напитка способствует улучшению настроения, позитивно влияет на работу нервной системы и улучшает память. Апельсиновый сок. Свежевыжатый цитрусовый сок – отличная профилактика простудных заболеваний, ведь в апельсинах повышено содержание витамина С. Благодаря этому витамину улучшается память, повышается настроение и работоспособность. Стакан сока в утренние часы после завтрака обеспечит организм оптимальным количеством полезных веществ и микроэлементов, что станет залогом бодрого дня. Какао. Согревающий напиток содержит флавонол, который помогает работе мозга и стимулирует выработку дофамина, отвечающего за хорошее настроение. Такой напиток согреет холодными вечерами, напомнит о детстве и будет благотворно влиять на работу нервной системы, уменьшая тревожность и помогая мозгу включаться в работу. Благодаря природным компонентам каждый сможет подобрать для себя напиток, который будет благотворно сказываться на самочувствии и на настроении. Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.